Как же все плохо, Оверкилл. Просто все плохо. Мы два раза это сделали. Да. Может, правда, ассоцы не покупать? Просто не покупать? Может быть. Скорее. Еще что забавно, ты 100 мешков сваришь, и тебе тоже ачивку не дадут. Хо-хо-хо, бичес, сам ты бичес. О, отличное место. Слушайте. Надо не просрать. Сразу вам патроны поставлю вниз куда-нибудь. Давайте вот здесь поставлю патроны. Кто-нибудь одну аптечку поставьте сразу. Все, сидим. Никуда толком не ходим. Убиваем. Апчи. Апчи. Упча. Аптечки или что? Капчи. Someone always wants to fuck my Christmas. Отлично. Я так полагаю, в русской версии тоже не переведены субтитры, да? Вот эти вот. Нет. Ну вот, отличная русская версия. Меня спрашивают, почему ты не играешь на русской версии? Потому что она просто отличная. Потому что она английская. Какая разница? Тот же самый experience. А мы же те хайсты, которые Point Break проходили уже после выхода патча или до? А нет, до. До. Точно. До и после. Ассоции. Там, по-моему, до сих пор не переведено, кстати. Не, я не про перевод, я спрашиваю про ачивки. Ну, ачивки не работают, нормально. Я убил кого-то, окей. А, не забывайте Deathwish, все дела. Тазер? А, передо мной прямо. Ну убейте, там вы можете сверху его достать. Броня восстановилась. Варим сколько? 4 штуки? Ну и ждем, пока он не приедет. Нам всего 4 штуки надо. Это же Deathwish, тут может быть и больше. Это же Deathwish. Deathwish. Ишь, Death. Что творит, Пентер? Иногда в сугробы попадаю, хотя точно не в них целюсь. У вас сверху там есть. Один. Иди нахер, тварь. Плюс один. Да иди. Ника, ты можешь их убивать и не ходить вокруг меня, не знаю. Я их убиваю. Да, вижу. Слева и справа идут пацаны. Можешь забрать хищника и быть готовым. Да, кстати, хищник забери. И все, и забьем на них. Ну я в сумке, хилитесь? Че вы не хилитесь-то? У нас, смотрите, сколько аптечек. Во, вот он прилетел. Он на меня прыгнул, окей. Вопросов нет. Нет! Я слепой. А этот то парень откуда пришел? Не хочу подыхать! Опять. А, ну все, отлично, я не знаю, шальная пуля прилетела. Нет, 4 доджи, это короче говоря, даже не доджи. Окей, я упал. Тизер. Тизер и снайпер, да. И кулаки. Ну, а нет, тизер. Убрал снайпера. О, вот чё. О, нормальный тазер в меня вбежал, чтоб я его убил. О, еще и клокер. Клокер. Нормально, слепо. Я, чё, на белый. Флика поднимаю. Уже. Флика поднимаю. Аптечка-то где? Где поставить аптечку? Мы ее сожрали, по-моему, нет?
Ставьте, да, ставьте, нет, ставьте. Не стреляйте, ублюдки, не стреляйте. Спасибо. Я не вижу аптечку. Вам что, жалко аптечку? Поставьте аптечку! Да я заимзу. Вот она, прям перед тобой. О. А, окей, я смотрю на пол, думаю, на полу поставили. Вообще, но... вообще отличное место. Кто выбрал это место? Но просто опять, здесь сидите, надо в угол ставить. Блик. Надо в угол ставить, а не прямо там, где все враги. У меня пацан ходил со щитом параллельно земле. Нихера не вижу. Я тоже. Поднимай флика. О, пришел черный дозер. Не и стреляй меня, еще. Пожалуйста. А вот теперь можно. А, окей. Парень не успел еще залезть, он убил меня. Ок. Упал. А еще одну аптечку можно поставить куда-нибудь? Сейчас поставлю. Ставлю. А что так долго ставишь? Ну, флик вас оставил. Он же молчит. Я не знаю, согласился он или нет. Через минуту приедет. Тазеры пошли без касок, кто-то им каски снимает, а все остальное нет. О, давайте посмотрим, что будет, если пацана не убивать, который забирает. И сколько? Да, ну, зачем? А, окей, он просто убил? Я его убил. Я подумал, что ты убил этого пацана, который его забирал. Да. Но он секунд 10 примерно стоит, понятно. То есть это реально успеть и 30 минут отсидеть, чтобы никого не убили из этих халифов. Все окей. На оверкиле, да, все? Да. Да мы больше сидели. Так что не страшно. Мы здесь уже 7 сраных минут отсидели. Че, гоу? Гоу, все, уже вниз прыгай. Те. Кто там остался? А я в Сенсонге. Я спрыгнул. И тут тоже в Сенсонге. Бегите сюда, посередину, в середину бегите. Чтобы... Ну, не под турель, ну, желательно. Флик, поднимись. Я знаю, это середина, но не под турель, окей. Ну, как бы вот середина тут, ты между бал. Двумя дверями. Середина чего? Ну. Я бежал в середину карты сразу. Окей, я имел в виду по себя, но окей, неважно. В середину или под турель? Сумка, да. Где, у кого? Я не знаю. Ясно, ретарды, блин. Кто-то сумку не забрал, окей, ладно, понятно. Я брал. Боже, дауны. Я слепой. А, я тоже заберу. Посмотрим на записи, кто не взял сумку. Посмотрим. А что это за эквипмент? Я хочу посмотреть. Зря, наверное, сюда поставил. А, это растяжка, понятно. Я поднять. Подниму. Он бегучий. Если чё, эквипмент, оранжевая сумка, это растяжка. Меня поднять. Серьёзно? Ну, фликов, короче. Я поднимаю. Ладно. А, беги. А, ну вот теперь меня поднимать. Окей. Я добегу. Я добегу. Запятую там где-то надо поставить. И сейчас ачивку не дают до Deadfish. О, окей, ладно. Удивительно, чё-то. Просто обалдеть. Чё-то все не метки какие-то.
24% мне хватит. По-моему, это было легче, чем то, что мы сидели до этого 3 раза или 4. Серьезно? Ну да. Ну когда можно юзать бумки все. Они по-любому там не дописали еще что-то к этой ачивке, как в прошлый раз. Может быть. Мол, не юзайте это оружие, никого не убивайте и прочее.